Сегодня мы посетим теплицу нашу. Прошло уже 2 недели после того, как мы посадили. По-моему, даже 3 недели после того, как посадили помидоры в грунт. И вот у нас, если сравнивать, у нас же поднялся вот лук, значит, подрос. Чеснок, роза реанимировалась, тоже скоро будут цветы. Ёшка цветет, смородина цветет, яблони, вишня цветет. Вишня цветет, значит, и тут чеснок поднялся, вот такой вот чеснок уже подрос. Ну и сейчас посетим теплицу. Вот у нас теплица здесь. Температуру сейчас мы покажем. Какая температура у нас в теплице? Если у нас на улице плюс всего 8, то в теплице 30 градусов. Значит, вот. Ну, видите, как подросли. У нас здесь супруга и посадила, как его называют этот? Щавель. Щавель. Значит, щавель вот такой уже, пирожки стряпали из него, кушали. И вот помидоры вовсю цветут, и здесь уже появились небольшие завязи. Вот такие помидоры. Садили, они были маленькие. Помните, а теперь, значит, они вот такие выросли. Это всего 3 недели. Здесь вот уже пошли у нас после цветения, параллельно цветут. И вот они уже завязались плоды. Вот видите, плоды. Вот. Плоды. И тут еще маленькие вот есть плоды. Это просто один из самых крупных. Вот, тут уже подготовлены другие помидоры. Если посмотреть с той стороны, тоже помидорчики посажены. Тут огурчики, помидорчики. Но в этом году почему-то помидоры хорошо растут, а огурчики, видите, какие они небольшие, несколько листьев дали. И вот здесь, если проследить, посмотреть вот на этой грядке, то здесь у нас обильное цветение томатов. Идет достаточно, они такие, у них сами стебли и стволы достаточно крупные, они у нас подвязываются веревочками, они вот двигаются по палочке. И вот здесь посмотрите, такой вот он уже расходится на несколько, значит, веток. Тут тоже обильно цветет томат, и здесь тоже есть плоды. Параллельно они и цветут в то же время, и в то же время есть завязи плодов. Вот сейчас, в данный момент, у нас в теплице, значит, обильно цветут и уже завязались плоды через 3 недели после посадки. Вот. Вот такой маленький ролик мы решили вам показать, что май месяц, и несмотря на то, что погода дождливая, холодная, днем, значит, плюс 8, ночью всего плюс 3, плюс 5 градусов, максимум температура днем поднимается до плюс 12-13, но в теплице достаточно такая высокая температура, и, значит, помидоры продолжают расти, цвести, и есть завязи плодов. И здесь у нас еще вот подготовлены брянские помидоры, значит, тоже будем высаживать с брянских семян, попытаемся вырасти вот такие вот. И тут у нас в уголке растет кустик, прошлый год посажен, отрезан от жимолости, и растет маленькая жимолость. Мы попытаемся из нее вырастить большую жимолость, чтобы у нас было... Сейчас у нас 2 куста жимолости, теперь мы хотим еще посадить третий, чтобы у нас было 3 куста жимолости. Жимолость уже вовсю цветет, и идут завязи плодов. Братик мой растет. Ну, это сама снимешь. Высажен. Да, вот. Он такой стал. И лиса вот твоя. Это бататик. Анюткины глазки. Какие они красивые. Мелисса.
чай можно пить с мелиссой.